Так, всем привет! Сегодня у нас две посылочки из Китая. Честно говоря, не знаю, что в этих, но здесь я догадываюсь, что здесь наушники. Давайте с нее начнем. Так, опять у меня ножницы в бою, ну потому что ножом вообще нереально что-то резать. Он уже совсем тупой. Да, это наушники Sony, ничего себе. Я покупал их всего за 60 рублей, да. Ничего себе, Sony. А там без марки указано, я думал, обычно. Ничего себе, Sony. Сейчас тогда включу телефон и послушаю музыку, как же они играют. Но говорят, что они очень хорошо, потому что отзывы 100% положительные. Сейчас, секундочку, не отключаемся. Давай. Вот это сейчас зарубим. Что так тихо? Ну, в общем, да, действительно так. Классный звук. Если вы слышите. Действительно, за 60 рублей больше не найдешь. Надеюсь, меня не забанят на ютубе. Нет, действительно классный звук слушать. Ну вот, в общем, заказывайте, ссылочку я оставлю. Все, всем пока.